Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале «Коллекция монет». Сегодня у нас еще одна биметаллическая монета на канале. Монета Южной Африки. Номинал монеты 5 рандов. Год выпуска 2018. Материал монеты биметалл. Центр латунь. Кольцо медно-никелевый сплав. Гурт монеты рубчатый. С желобом и с надписью. Надпись 4 буквы, аббревиатура Южноафриканского республиканского банка и номинала R5 или R5, 5 рандов. Буквы эти чередуются по окружности. Отношение аверса к реверсу медальное. Вес монеты 9,5 грамм, диаметр 26 миллиметров, толщина 3 миллиметра. Чеканена монета на монетном дворе Претории, ЮАР. Монета юбилейная и посвящена столетию со дня рождения Нельсона Манделы. Не так давно делал я обзор по монете 2008 года, которая была посвящена 90-летию со дня рождения. Ну а через 10 лет, в 2018 году, вышло уже к столетию. Родился он 18 июля 1918 года, далеко не самой последней семье своей местности. Прадед его был правителем одного из племен Южной Африки. Отец Нельсона был главой деревни. Было у него 4 жены, которые родили ему 13 детей. Мандела родился от его третьей жены. Ну и настоящее его имя было Халиала. Ну а имя Нельсон он уже получил, когда пошел в школу. И школьный учитель дала каждому из учеников английские имена, и у Нельсона стало таким образом имя Нельсон. Нельсон Мандела — один из самых известных борцов за права человека и в мире, в частности, и в период существования апартеида. 27 лет он просидел в тюрьме. Был лауреатом Нобелевской премии мира в 1993 году. Ну и умер он 5 декабря 2013 года, совсем недавно. Ну а теперь по монете. В центре монеты портрет Нельсона Манделы, номинал под ним 5 рандов, год выпуска, вот видно, вот здесь вот 1918, вернее, это голограммка, 1918, а вот здесь 2018 видно год, лишь ногами у меня тут, потому что по-другому увидеть. Вот оно. Год рождения и год столетия, год выпуска, соответственно. Дальше надпись вверху: Нельсон Мандела, столетие. Слева и справа видно, не видно. Вот она. Увеличим. 4 буквы — Южноафриканский резервный банк. И между вот этими буковками еще номинал 5 ранд. 5 рандов. Ну и все это оформлено в таких вот узорах национальных дополнительно. То есть монета очень насыщенная по содержанию
много элементов, очень мелких деталей, прилично. На другой стороне монеты герб Южной Африки, Южноафриканской Республики. Под ним инициалы дизайнера, три буквы. И слева и справа надписи Южная Африка на английском языке. И Афорика Бурова, это у нас язык Цвана. 2018 год, очередь этих двух языков красоваться на монете. В Южной Африке 11 официальных языков, и они чередуются каждый год, начиная с начала 2000-х годов. По два языка. И рекорд чеканки 2018. Ну и последняя стоимость данной монеты невелика. Средняя цена составляет 350-400 рублей. Монета свободно продается на наших аукционах. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока, удачи, до новых встреч. Пока.